Добрый день, коллеги! С вами Ирина Хмелевская, психолог и коуч из Барселоны. Клуб богатых психологов. Знаете, сегодня вдруг я увидела, пришла такая надпись интересная. Клуб богатых психологов. Она немножко обрезанная получилась. И там было слово «Бог» и «психологи». И я вдруг замерла, потому что я поняла, что богатых психологов – это про богатство и про Бога. И я вдруг поняла, что не просто так мы создали этот клуб, не просто так мы создали это сообщество. Мы создали его для того, чтобы психологи смогли находить своих клиентов, чтобы психологи смогли зарабатывать, чтобы психологи могли заниматься великими проектами, чтобы психологи писали книги, чтобы психологи дальше учились, чтобы психологи помогали людям прорабатывать их травмы, потери, какие-то сложные ситуации. Я для этих психологов. Я и вся моя команда, мы работаем для таких психологов, которые хотят работать с клиентами. Поэтому я приглашаю вас в этот клуб не просто для того, чтобы зарабатывать деньги, не просто для того, чтобы научиться зарабатывать 100 тысяч рублей. Я вас приглашаю для того, чтобы вы нашли своих клиентов, для того, чтобы вы вдохновились тем сообществом, которое вокруг вас находится, той средой поддержки, которую мы создадим, той средой, где вы можете делиться своими страхами, сомнениями, своими переживаниями, делиться радостями, делиться какими-то вопросами. И мы будем вам помогать и будем вас поддерживать всю дорогу, которую мы будем рядом с вами идти. Поэтому я приглашаю вас в этот клуб, задавайте вопросы. Этот клуб, еще раз, рассчитан на психологов, которые только начинают работать в социальных сетях. Этот клуб рассчитан на психологов, которые, возможно, еще учатся, студенты, студенты старших курсов, и которые уже могут начать собирать свою аудиторию и уже представлять вообще, как работать, как находить клиентов в социальных сетях, как находить клиентов в жизни. Конечно, да, у вас будут всякие бонусы, у вас будут всякие подарки, у вас будут всякие призы, розыгрыши, у вас будет система мотивации. И, конечно, мы еще раз будем отвечать на все ваши вопросы. Будет обратная связь от меня один или два раза в месяц. Будут проходить вебинары, где вы сможете напрямую мне задать какие-то вопросы и пообщаться. И что такое 3000 рублей один месяц, когда вы платите за 30 уроков, которые к вам приходят каждый день? Один день, один маленький урок, один день – это 10 минут вашего времени. И за 10 минут вашего времени через месяц вы уже добьетесь каких-то результатов. 30 маленьких уроков, не больше 2 минут. 30 маленьких уроков, к ним короткий текст, 30 маленьких заданий. Это 3000 рублей в месяц, это 100 рублей в день. 100 рублей в день, которые вы тратите, возможно, на чашку кофе, вы сможете заплатить за то, чтобы развиваться дальше в социальных сетях и найти своих клиентов. И я надеюсь, что вам будет радостно, я надеюсь, что вам будет весело. Я буду снимать вам красивые видео из Барселоны, буду ходить здесь, выискивать обязательно какие-то красивые места для того, чтобы эти видео снять и передать вот эту солнечную атмосферу, атмосферу радости, атмосферу счастья, зарядить вас и для того, чтобы поделиться этим местом, которое я очень люблю, в Барселоне, и сказать вам, что все возможно. Потому что если я, девочка из Подмосковья, родители, у которых не было высшего образования, это самая обычная семья, если я смогла, значит, у вас тоже получится, вы тоже сможете жить в любой точке мира, в которой вы захотите, вы тоже сможете зарабатывать столько денег, сколько захотите, вы тоже сможете быть такими же счастливыми, как я, как моя команда, вы сможете организовать любой проект, который вы захотите, и я обещаю вам свою поддержку на этом пути. Пишите, делитесь, спрашивайте и приходите в клуб.
Сейчас цена 3000 рублей и 30 тысяч рублей за весь год. И эта цена остается за вами пожизненно. Потому что я уверена, что после того, как этот год закончится, мы придумаем еще следующую программу. И куда вам расти, и как расти. И я очень счастлива, что этот проект родился благодаря огромному количеству людей, которые нас поддерживали. Ну, в общем-то, и все. Всем ромашек, счастливо. И еще раз вот привет из Барселоны.